Икитос, Перу. Зловещее окружение. Перевод Куценко. Озвучили «Да ты нет» Чирик, Галина Васюкова и Юлия Семыкина. Демонический ритуал на центральном кладбище. Спиритическая доска. Майра Васкес найдена мертвой на центральном кладбище после сатанинского ритуала. Доктор, вот это Игнасио Фернандес из пятого крыла. Мы снизили ему дозу, но он стал очень каким-то нервным. И он нанес вред пациенту. Но сейчас он без оружия. У него отобрали уже все острые предметы. Однако он ни в какую не хочет принимать лекарства, поэтому решили сообщить вам об этом. Хорошо. Игнасио, в чем дело? Мне сказали, что ты был очень беспокойным прошлой ночью. Что случилось? Сны вернулись. Он вернулся. Он снова здесь. Почему ты отказываешься принимать лекарства? Вечно одно и то же, доктор. Вы все верите, что все можно решить с помощью медицины. Так знаете, не все можно так решать. Так как же тогда? Нет, нет. Успокойся. Сохраняй спокойствие. Пожалуйста, успокойся. Успокойся. Вы ничего не понимаете. Вы думаете, что я сумасшедший, что я больной, но это совсем не так. Вы должны мне помочь. Именно этим я и занимаюсь, Игнасио. Нет, нет, вы заперли меня тут. А мне нужно, чтобы вы мне доверяли. Помогите мне выбраться отсюда. Если вы этого не сделаете, он убьет меня. Не дайте этому случиться. Прошу вас. Вытащи меня отсюда. Я не могу этого сделать, Игнасио. Наш самый лучший вариант — продолжить лечение. А потом, скоро ты отсюда выйдешь и вернешься к своей повседневной жизни. Но сначала ты должен понять, что это был несчастный случай. Тут нет твоей вины. Вы должны мне поверить. Пожалуйста. Я не сумасшедший. Прошу вас. Поднимайся. Доверься мне. Пойдем со мной. Хулио, ужин готов. Давай, вставай. Еда остывает. Что случилось? Не волнуйся, ничего страшного. Ешь. Уверяю тебя, ничего страшного не произошло. А мы можем поговорить без него? Тебе надо попробовать, Хулио. Прошло уже больше 2 лет, сынок. Теперь только ты и я. И ты должен мне помогать. Вот и правильно. Ешь. И поживей. Привет. Доктор Гарсия, сколько зим. Как там у вас дела? Да-да, я слушаю. Пожар? Как такое случилось? Никто не пострадал? Это невозможно. Да, конечно, я их помню. А с ней все в порядке? Конечно. Я понимаю. Пожалуйста, держи меня в курсе. Фернанда. Как поживаете, директор? Нормально. Как там Хулио? Как обычно. Ведет себя так, будто не умеет разговаривать. Но сам понимаешь, это не так. Такое его решение. Селективный мутизм. Естественно, когда у мальчика появится что-то важное, он об этом обязательно скажет. И между прочим, мне хотелось с тобой поговорить. Со мной все в порядке, не переживай. Нам нельзя обманывать друг друга. Опускать глазки, отрицать, верхние конечности плотно прижимать к телу. Мы оба знаем, что у тебя не все в порядке. Никто же не сможет просто проигнорировать смерть пациента. А я тебе когда-нибудь рассказывала о Патрисии? Она была моей пациенткой, когда я только начинал. Симпатичная девушка, 25 лет. С 3 попытками самоубийства. Ужасная семейная история. Медленно, но верно помогал ей вернуться к нормальной жизни. Я отменил ее лекарства, и у нее дела пошли в гору. И моя самоуверенность привела меня к совершению огромной ошибки. Она воровала у меня таблетки. И однажды мы нашли ее мертвой в ее палате. Я долго винил себя, пока не понял то, с чем нам приходится иметь дело. А это никоим образом не должно заставлять нас сомневаться в нашей профессии. Мне позвонили из Перу. Они нашли несколько мертвых подростков на кладбище. Там погибла моя кузина Майра, а сейчас еще и моя мама находится в психиатрической больнице. Боже, мне так жаль. И что ты собираешься делать? Ты же сам знаешь, какие у меня с ней отношения. Я даже не знаю, стоит ли мне туда ехать. Может быть, пришло время, чтобы поставить точку на этом аспекте вашей жизни, чтобы залечить старые раны. Съезди, разберись лично с этим делом. А мы уж тебя подождем. Лима, Перу. Здание совы. Фернанда, как я рад, что ты приехала. Доктор Гарсия, давно не виделись. Выходи, Хулито. Спасибо, да, что позвонил. Жаль, что не встретились при более счастливых обстоятельствах, но все же. Как там мама? Ну, когда мы нашли ее, она была очень дезориентирована. Ее привезли из Икитоса, и то, что там произошло, было для нее катастрофой. Я видела кое-что из новостей. Мы сами были очень шокированы. Майра была ей как дочь, но, к счастью, сейчас ей лучше. Помнишь, когда ты здесь жила давным-давно? Иди ко мне, моя маленькая девочка. Как же давно мы не виделись. Ты теперь совсем взрослая? Роза, как поживаешь? У меня все хорошо. Чувствую, как старею. А так, все как обычно. Да быть того не может. Ты прекрасно выглядишь. А что случилось с твоей рукой? О, да ничего, ничего. Это было во время пожара. А кто этот маленький мальчик? Это Хулио, мой сын. Какой уже большой. Наверняка ты очень хорошо заботишься о своей маме. В субботу ему исполняется 8 лет. Верно, Хулито? А что случилось? Он не разговаривает. Прости, я не знала. Ничего страшного, не переживай. Ну, тогда запланируем твой день рождения. Ну, тогда пойдемте. Идемте. Хочешь пойти со мной? Идем. Доброе утро. Привет. Не верится, что моя мать сделала такое. Как я уже говорил, она была очень встревожена и хотела все тут сжечь. А у нее были какие-нибудь галлюцинации? Да, она видела какие-то видения, но нам казалось, что это было вызвано травмой. Ее лечили? Да, завтра я предоставлю всю историю ее болезни. А вот и ваши апартаменты. Проходите. Вот мы и на месте. Останешься здесь. Тебе тут нравится? Выглядит почти так же. Да. Мы практически вообще ни к чему не притрагивались. Мы и полагали, что ты когда-нибудь вернешься. Хулито, а ты знал, что твоя мама жила здесь? Пока мне не исполнилось 8. Правда? Мне казалось, ты уехала раньше. Нет, доктор, пока ей не исполнилось 8. Моя память дает сбои. А вот это будет твоя спальня. Как тебе? Помнишь? Так это была моя спальня. А тут кто-нибудь жил после того, как мы уехали? Да, очень хорошая семья. У них была маленькая дочь, София. Его ровесница. Они совсем недавно съехали, так что оставили кое-что из своих вещей. Давай-ка я уберу это. Хорошо, спасибо. Увидимся. Ну как тебе тут? Теперь все будет хорошо. Что случилось? Ты почему не сложил свою одежду? Как же много воспоминаний в этой комнате. Я так много играла здесь в детстве. Отрывалась по полной. Пошли. Выяснял наш репортер с центрального кладбища Икитоса. 4 подростков погибли при невыясненных обстоятельствах. Это не было бы странным, если бы они не были теми 4 подростками, которые были с Майрой Васкес и Евой Балена в ту роковую ночь на кладбище, которая потрясла всю страну. Ужасно, правда? Если бы только они вовремя получили лечение. Это было групповым самоубийством. Полиция приписала это дело. И это прискорбно. К наркотикам и алкоголю. Но что же произошло на самом деле? Вредно ему такое смотреть. О, да, да. Ладно, все, давай спать. В чем дело? Тебе тут не нравится интерьер? Дай мне пару дней, и мы все приведем в порядок. Договорились? Боюсь. Да нету здесь ничего. Ложись спать, Хулито. Ты хочешь спать со мной? Но только на одну ночь. Пошли. Мы тебя ждали. Ладно, я поехала к бабушке. Останешься с Розой. Будь хорошим, слушайся. Спасибо. Не волнуйся. Решила навестить маму? Да. Пожар, видно, был очень сильным. Мы управились с ним прежде, чем все вышло из-под контроля. Но что она сама на все это сказала? Ничего. Она не хотела прислушиваться к голосу разума. И я никогда не видел ее такой. И я никогда не понимала ее. И я даже не понимала, почему мы покинули это место. Дитя, не суди ее. Я уверен, что это было для твоего же блага. Да, я понимаю. До скорого. Хорошо. Да в чем проблема? Я здесь работаю. Я тут работаю. Имейте хоть каплю уважения. Да не пихай ты меня. Все узнают, что здесь происходит на самом деле. Фернанда, я рад, что ты пришла. Что это за парень приходил? Да никто, просто журналюга. Он узнал про твою мать и решил взять интервью. Не знаю, как эта история просочилась, нам необходимо уберечь ее. Все для ее же блага. Далеко не всегда благо во благо. Тут вся история болезни твоей матери. Сейчас она поспокойней, и у нее закончились приступы ярости. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Андреас за тобой присмотрит. Все нормально? Можем оставить это на другой день. Я готова. Привет. Привет, мама. Я Фернанда. Твоя дочь. Сера, ада. Что ты сказала? Я освободила Майру. Майру. Расскажи мне о ней, мама. Молох. Кто? Мам, ну-ка давай, успокойся. Перестань. Успокаивайся. Я здесь, чтобы помочь тебе, мама. И знаешь, Хулио хочет встретиться с тобой. Давай вперед, поиграй маленько. Весь двор в твоем распоряжении. А знаешь, твоя мама тут тоже когда-то играла. Кирога и твоя бабушка установили эти качели. София обожала ее. Как же я рада, что ты приехал. Этому дому нужна жизнь. В чем дело, Хулита? Не хочешь качаться? Ладненько, я тебя покачаю. Отдай мне его. Готов? Я освободила Майру. Вы должны мне помочь. Я не сумасшедший. Вы должны мне доверять. Фернанда. Ты меня напугал. Мне сказали, что ты здесь. Я еще не бросила. Я тоже. Не беспокойся. Твоя матери становится лучше. Да. Просто такое чувство, будто я ее не знаю. Мы никогда по-настоящему не узнаем людей. Даже самых наших близких. Завтра мне надо съездить в больницу. Ты не против, если... Присмотреть за Хулита? Молох. При большим удовольствием. Помнишь, как я нянчилась с тобой? Ты была для меня как мать. Моя маленькая малышка. Хулито. Завтра ты останешься с Розой на весь день. Обещаю, всю пятницу проведем вместе. Сегодня утром я вывела его во двор. Столько воспоминаний нахлынуло. Ну, завтра увидимся. Огромное спасибо. Пожалуйста. Пока, Хулита. Спокойной ночи, Роза. Ладно, пора спать. Когда находишься на новом месте, это нормально, когда чувствуешь себя немножко беспокойно. Но ты привыкнешь к этому. Спокойной ночи. Интервью с Викторией Завалеттой. Кто же был причастен к этим ужасным событиям на центральном кладбище? И что же случилось той ночью? Мы пошли на кладбище. Я оставила их там. Они захотели связаться с отцом Евы с помощью спиритической доски. А как вы думаете, что стоит за этими событиями? Думаю, что это что-то, что не принадлежит этому миру. И мне страшно. Зарядное устройство подключено. Малыш, успокойся. Успокойся. Мама здесь. Успокойся. Простите, а где моя мама? Она была здесь вчера. Урсула, правильно? Произошел приступ ярости. Сейчас она в отделении интенсивной терапии. Это там. Спасибо. Стойте. Я сказала, постойте. Сеньора, вам нельзя здесь находиться. Я ее дочь. Меня зовут Фернанда Ривас Лука, я психиатр. Доктор Гарсия пригласил меня сюда. Мне ничего не сказали относительно вашего присутствия. Ну, значит, я вас известила. Для чего вы применили это успокоительное? Они ведь не прописаны. Я просто выполняю приказ. Спросите у врача. А теперь прошу меня извинить. Я сама тут во всем разберусь. На выход. Эй, Что вы делаете? Фернанда Ривас Лука. Вы ведь дочь Урсулы, верно? Кто вы такой? Откуда вы знаете, как меня зовут? Моя профессия дает мне много чего знать. Я Алехандр Бардалис, журналист. В последнее время здесь много таких, как вы. Я попрошу вас уйти. Я расследую события на центральном кладбище, и мне нужно поговорить с вашей матерью. Послушайте, я знаю, что мне здесь не рады, но у меня не так много времени. Да и полиция не говорит правду о том, что случилось с вашей кузиной Майрой. Это был всего лишь коллективный психоз. Да не так все было. У меня есть доказательства. Вот смотри. Отложи его на время. Он вреден для твоего здоровья. Отключает твои мозги. Вот и хорошо. Вот смотри. Это красивая девчушка. Твоя мамуля. Какая славная девочка. Она играла целыми днями и рассказывала, что у нее много друзей. Ну, воображаемые друзья, наверное. Она была такой озорной. А на эту красавицу посмотри. Это я. Красивая, правда? Нет? Эти мнимые заклинания нельзя отнести к разряду настоящих ритуалов. А вы вот на это посмотрите и сразу передумаете. Вам не кажется это странным, что вот так внезапно ваша мать сошла с ума? Все время под наркозом. Думай, Фернанда, думай. Не дай им играть с тобой. И кто же это был? Журналист. Они тут повсюду. Ну ладно, хватит фотографий на сегодня. Почему же ты все молчишь, Хулита? Я знаю, ты умеешь разговаривать. Давай, поговори со мной. Теперь можешь играть со своим планшетом. Отнесу альбом обратно, сейчас вернусь. Как прошел твой день с Розой? Правда? Надеюсь, на фотографиях я была миленькой. Ты голоден? Приготовлю тебе что-нибудь поесть. Помоги нам. Хулито? Хулито? Что ты делаешь на полу? Пойдем спать. Пошли. О, черт! Ева, что ты делаешь? Ева, что с тобой не так? Вы обе, две его любимые дочери. Нет, Майра, не делай этого. Это еще что? Да что за чертовщина тут происходит? Откуда у тебя мой номер? Посмотрела видео? Да, посмотрела. Просто ужас. Но, честно говоря, я не могу поверить, что там был дух. Не просто дух. Откуда у тебя это видео? Из полиции. Они изъяли его из дома Пабло, подростка, который все записал. И я с легкостью раздобыл копию. А почему полиция ничего не рассказала о существовании этого видео? Существует много вещей и тайн, которые полиция скрывает. Какая тут может быть причина? Иди за мной. Те подростки были убиты демоном. Смотри. Зовут его Молох. Есть кое-что, что тебе надо увидеть. Для защиты. Эта доска предназначена для вызова Молоха. Та же доска и на видео. Где ты ее взял? Мне отдала твоя мать. Сразу же после смертей на центральном кладбище Икитоса новости наводнили Лиму. Я уже делал статьи, касающихся паранормальных явлений, но когда твоя мать связалась со мной, я был очень взволнован. Я все еще ничего не понимаю. Чего хотела моя мать? Она изъяснялась совсем размыто. Рассказывала мне о Майре и как в процессе спиритического сеанса их всех убила. И вдруг... Они здесь. Спрячь, она ценная улика. И даже не прикасайся к ней. Ты меня понял? Не трогай ее. Я буду на связи. Она сказала мне, что она единственная, кто может использовать доску для спиритического сеанса. Потому что она особенная, и только она может уничтожить ее. Но для этого ей надо было что-нибудь, чтобы защитило ее. Она сказала, что у нее есть план. Вот почему она была в Лиме. И больше она ничего не сказала. А ты прикасался к ней? До этого я тоже в такое не верил. Но ты же сама видела видео. Майра и все, кто пользовался спиритической доской, теперь покойники. Ты меня понимаешь? Я искал информацию, но пока ничего не нашел. Я не знаю, на каком языке это написано. Церковь скрывает всю информацию, а еще есть люди, кто хочет забрать доску себе. Ты должна мне помочь. Мне нужны все ответы от Урсулы. Я ничем не могу тебе помочь. Я тебе вообще не доверяю. Фернанда, твоя мать не была больна. Доверься мне. Расскажи мне, что мне делать с доской. Пожалуйста, помоги мне. Я не могу. Ничем не могу помочь тебе. Прости. Фернанда. Пулито. Брось эту штуку. Где ты ее взял? Хулита, кто тебе ее дал? Успокойся. Я сейчас же разберусь с одним делом бабушки, и мы покинем это место завтра. Обещаю. Без паники. Мама всегда рядом и присматривает за тобой. Доску заберет Кирога, и мы больше ее никогда не увидим. Залезай. Ты оставил ее у меня дома. Ты в своем уме? Я ничего не делал. Прошу, садись. А с тобой что случилось? Вчера, когда я вышел из церкви, они были там. Люди, которые хотели вернуть доску. Доска у тебя? Нет, у меня ее нет. А у кого она? Я оставила ее тому, кому доверяю. Не переживай. Надеюсь на это. Смотри, вчера они напали на меня и обронили вот это. Я уже где-то такое видел. Смотри. Вот этот символ. Как тут? Те люди поклоняются Молоху. А это место – центральное кладбище Лимы. Мне нужно туда съездить, и тогда я найду ответ на этот вопрос. Что-то случилось? Нет, Роза, все в порядке. Это Алехандро, мой друг, а это Роза. Приятно познакомиться, сеньора. И я рада познакомиться, голубчик. Извини, Фернанда. Кирога сказал, что Хулио очень любит звезды, планеты. Он их обожает. Как ты считаешь, это хорошая идея? Подарить ему наклейки, стикеры в виде вселенной на день рождения. Он будет в восторге, спасибо. Здорово, подарю ему их, спасибо. Тебя подвезти, Фернанда? Да, мне как раз нужно в больницу. Езжайте. Всего хорошего. До скорого. До свидания, сеньора. Приятно видеть, что ты не спишь. Как ты сегодня себя чувствуешь? Я хочу поговорить с тобой, мама. У меня столько вопросов, мама. Это правда, что у тебя была спиритическая доска? Стали происходить странные вещи, мама. Ты что-нибудь знаешь о девушке? Они за нами наблюдают. Им нужен Хулио. Что? Зачем им Хулио? Доброе утро. Как дела с нашей пациенткой? Хорошо, очень хорошо. Вряд ли теперь у нее еще будут приступы ярости. Надеюсь, Урсула скоро поправится. Пойдем со мной на пару слов, хочу поговорить. Хорошо. Понимаешь, это лучшее средство от ожогов. Сейчас я ее перевяжу, а ты меня подожди здесь. Только не терпится увидеть тебя. Хулита, что ты здесь делаешь? Твоя мама скоро вернется домой. Идем. Люди в мантиях похитили 8-летнюю девочку. 8-летняя девочка бесследно исчезла в здании совы. Тело Софии Гутьеррес так и не было найдено. Здание совы. Люди в мантиях похитили 8-летнюю девочку. Хулита, просыпайся. Давай, дорогой, скорее. Одевай свое пальто. А как же мой день рождения? Отпразднуем твой день рождения в другом месте. Обещаю. Пошли. Хватайся за меня. Отлично. Возьми. Кто тут? Фернанда, вы так поздно решили уехать? Да, нам нужно вернуться домой. Это же безумие. Ты же знаешь, что в такие часы время очень опасно. Знаю, но нам нужно вернуться. У Хулио завтра день рождения. Никого не выпущу. Помогите мне! Помоги мне! Помоги нам! На помощь! Спасите! Все довольно неплохо, правда? Ты даже не представляешь, как сильно мы вас любим. Хулио такой особенный. Кирога сказал, что вы решили уехать. Да, мы сюда приехали совсем ненадолго. Но Гарсия сказал мне, что Урсула еще не здорова. Что-то насчет очередного рецидива. Это правда? Я ничего не слышала. Ну, так он мне сказал. Сейчас вернусь. Как тебе вечеринка? Это правда, что у моей матери был еще один рецидив. Сейчас мы на дне рождения, тут неподходящее место. Отвечай. Сразу перейду к делу. Ты ведь снизила дозу лекарств для своей матери, верно? Что? Только не ври мне. Она моя мать, а ты ее передозировал. У нее шизофрения, она под действием лекарств. Ты прекрасно знаешь, что лекарство должно стабилизировать ее, и тогда надо снизить дозу. Это за тебя твой опыт говорит? Так же, как все прошло с Игнасио Фернандесом в Мексике? Вот только не смей. Ты думала, я не узнаю? Фернанда, помочь мне можешь? Ступай. Поговорим позже. Извини, я на секунду. Мне нужно позвонить. Хорошо. Фернанда. Алехандро, ну как все прошло? Все гораздо хуже, чем я думал. Эти люди приносят в жертву детей. Вытащи нас отсюда. У нас нет возможности выбраться. Приезжай и забери нас. Слушай меня. Сначала ты должен забрать мою маму из больницы. Пожалуйста, я тебя умоляю. Успокойся, у меня все под контролем. Уже еду. Отлично, а теперь загадай желание и задуй свечи. Урсула. Алехандро. Нужно немедленно уходить. Мы за ними поедем. Они на сегодня готовят жертву. Весь персонал куда отправился. Вставай. Полегче. Держи. А теперь для тебя небольшой подарочек. Доска с тобой? С тобой? Она у Фернанды. Нам нужен жертвенный кинжал, чтобы уничтожить ее. Если у нас нет доски, мы обречены. Входящий звонок. Правда, любишь щенков, да? Фернанда, держи. Тогда ты возьми. А теперь как насчет речи? Как вы знаете, я всегда верил, что будущее — это наше сообщество. И поскольку, раз уж мы здесь вместе, все соседи любимого совиного дома, я чувствую, что мы как семья. Мы пережили трудные времена, кто-то нас покинул, но также появились и новички. И нашей главной целью всегда оставалось уважение и дружба. Мы многим пожертвовали, чтобы держаться вместе. И коль мы собрались вместе, поприветствуем Фернанду и Хулио. И я чувствую, что наша семья с вами многое приобрела. И спасибо тебе, что доверяешь мне, Фернанда. Спасибо, что привезла Хулио. Выпьем за это. Фернанда. Очень долго мы ждали этого дня. Твоя мать предала нас, когда пришла твоя очередь. И еще нам было так трудно найти ее. Твой сын очень ценная жертва. Ты даже не представляешь, какими могущественными мы станем, когда прибудет владыка. Прости меня. Мама. Приступай. Мы здесь собрались, Молох, чтобы призывать тебя. Дай нам знак. Покажи нам свою силу. Величайшее перерождение наконец настало. Этого. Время пришло. Нет! Ты что делаешь? Отпусти! Ты убьешь нас всех! Отпусти ее! Беги! Хулита, уходим! Бегите! Нет, мы все сгорим! Не разрушай доску! Остановись! Ты всех нас убьешь! Не уничтожай! Стой! Ее. Нет! Мехико. Милый, пойдем. Нам надо еще успеть закончить твою домашнюю работу. Не волнуйся, мамочка. Все теперь у нас будет хорошо. Перевод Куценко. Роли озвучивали. Даты нет. Галина Васюкова, Чирик и Юлия Семыкина.